Сегодня я научу вас такой считалочке, в которой не бывает проигравших, и выигрывают все. И... 3, 4, 5, 6, все конфеты будут есть! Именно! Ведь новые вкуснющие конфеты уже готовы, и настал ваш черед эти хрустящие рисовые кукурузные шарики в шоколаде есть! Новые рисовые и кукурузные шарики в шоколаде. Как вкусно!